Всем привет! Сейчас будем записывать видео с тестом вот этого фонаря Convoy S3. Камера сейчас включена у нас на ночном режиме, то есть у нас инфракрасная подсветка. Вот там вдалеке едет машина. Какое-то пятно. То есть сейчас на улице у нас фактически темно, ну небо, конечно, немножко такое. Как бы не могу сказать, что темно уже так аж совсем, но все-таки как-никак, я думаю, темнее уже не будет, потому что уже у нас сколько? 10 часов 7 минут вечера. Ну, может, позже будет темнее. Короче, сейчас будем смотреть, как светит этот фонарь. Сравним его с вот этим моим старым фонарем. И сравним также его со светом фар ВАЗ-2107. С ближним дальним светом. Так, ладно, переключу сейчас на обычный режим. И мы начнем смотреть. Итак, мы сейчас переключились в обычный режим. То есть не ночной, без инфракрасной подсветки. Ну, там вдалеке уехала машина. И сейчас посмотрим, как светит наш конвой S3. Забыл. Так, это у нас что? Это у нас... Сейчас я включу сначала на минимальный. Вот это у нас минимальное свечение. То есть, докуда он досвечивает. Вот у нас забор. Забор находится от меня где-то в метрах... Ну, я знаю. Может быть, в метрах 8. С той стороны... Ну, забор находится в метрах, наверное, 15 от меня. Вот. Ну, вдаль он, конечно, светит так не очень. Средний режим. Нет. Что это? Вот. Это у нас средний режим. То есть, средний режим светит у нас уже получше. Это вроде 30% яркости, мощности. Вот забор. Ну, так от иду, пускай там будет метров 8, допустим, да? То есть, смотрим, да, смотрим, смотрим, куда добиваем. Ну, то есть, как видите, в принципе, добивает луч неплохо. То есть, если вот туда метров 15, да, то туда, ну, уже, наверное, метров 50. Ну, и сейчас мы максималку включим. Это максималка, вот максималка. Максималка у нас вообще нормально светит. Заборчик. Добиваем, 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 добиваем. Куда добиваем? Ну, добиваем реально далеко. То есть, вон край забора видно. 50, и еще дальше. Дальше, дальше, дальше добиваем. Сейчас попробую приблизить. Как он там? Куда он там? Ну, в общем, скажу так, добивает он так очень даже таки нормально. Светит тоже нормально. Значит, по поводу вопроса в использовании фонаря как велосипедной фары. Да, однозначно да. Потому что невзирая на то, что фонарь у нас без зума, но тем не менее, то он все-таки имеет неплохую засветку по краям. Что вполне позволяет его использовать без привлечения какого-либо зума. Значит, сейчас мы сравним его по максималке с фонарем Т6, который у меня старый есть, на светит Т6. Кто-то мне в комментариях написал, что он светит хуже, чем чей-то там Т6. Ну, это человеку, возможно, показалось. Ну, сейчас включим Т6 на максимум. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. И еще раз. Так, значит, смотрите. То есть у нас вот с этой стороны, здесь у нас вот Т6 светит, ну вот это у нас светит конвой S6. Ну, фонарь с Т6 у нас на зуме, то есть мы можем немножко зум уменьшить, покрутить. То есть сейчас, как видим, вот мы плюс-минус, скажем так, сделали пятно такое же, как у конвой S6, посветив даль на забор. Вот, сейчас светим, то есть Т6, конвой, Т6, конвой. Давай, конвоем, о, в смысле Т6 веди дальше. Ну, то есть, как видим, что конвой светит, как мне кажется, однозначно лучше. Вот посвети туда. Ну да, то есть разница как бы очевидна, да? Вот, ну и конвоя, в принципе, есть у нас режимы. Есть у нас стробоскоп, ну и есть у нас также СОС. Вот, ну и минималка. Так что, такое сравнение с фонарем. Теперь мы сейчас включим фары машины. Сейчас, секундочку. Итак, конвой у нас стоит сейчас на максимуме. И сейчас мы будем включать ближний свет. Включай ближний. Вот у нас горит ближний свет машинки. То есть вот так вот чисто по фарам. Да, желтый такой свет, да. То есть, ну, конвой по ближнему свету, конечно же, светит лучше. Дальний. Ну, дальний, как видим, светит у нас значительно дальше, конечно же. Вот, может. Ну, конвой, в принципе, светит, как бы я сказал бы, что... Ну, то есть, если не дальше, то не намного, как говорится, хуже. То есть, в этом плане тоже у него очень хороший луч и хороший свет.
Ну, в общем, вот такое вот у нас сегодня тестирование было конвоя. Гаси. Вот. Фонарик оказался очень даже таки интересный, очень даже таки классный. Время автономной работы зависит от того, какой аккумулятор поставите, соответственно, с каким драйвером вы его покупали, то есть сколько он будет кушать у вас за один час, то есть какую мощность будет выедать. Ну, в принципе, на этом тогда все. Ссылка на фонарь будет под видео. Кого интересует, можете заходить приобретать, потому что реально фонарик, ну, очень даже таки удивил позитивную сторону, потому что светит очень даже таки классно, я бы сказал. Вот, на этом я тогда буду прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Пока.